Песни мира можно слышать лишь в тишине. Хамурам. Хамурам. Свала. Это хвала и приветствие. О, древние, я взываю к вам, услышьте же, великий Один и Фрейя. Благодарю вас за дар Сейда. Благодарность и награда. Эйвор, давно не виделись. Что привело тебя ко мне? Я пришел за советом. Для себя, а не для клана. Подойди. Что с твоей матерью? Разум ее слаб. Она говорит с духами. Боюсь ей не пережить зимы. Но с ней я. Теперь... Рассказывай ты. Мне было видение. Очень ясное. Может, просто наваждение из-за жажды битвы или от холода, но... Расскажи мне. Спустя 17 лет я вновь нашел отцовский топор. Когда я коснулся его, я увидел... Там выл волк, свирепый зверь. Потом явился он... Седобородый, одноглазый, в плаще. Он звал меня за собой. А, высокий. Он зовет тебя. Возможно, хочет поговорить, передать послание. Только Сейд может прояснить твой разум и распутать нити, оплетающие его. Я быстро управлюсь. Что ты варишь? Зелье, чтобы отпустить твою хук и распутать мысли. Это будет подобно сну. И ты отправишься в мир грез. Грезы иногда сбивают с толку. Но постарайся все запомнить. Пей. Если хочешь проникнуть в суть... Никаких видений. Ничего. Хави! Я оказался среди мертвых. Сигурд, брат мой, когда ты прибыл?
Что это? Пути нет, Хави! Все предрешено! Сигурд! Сигурд! Что? Что случилось? Это не для тебя, Хави. Нет! Спокойно, Эйвор. Это я, Валка. Я здесь. Боги, я думал, что случилось. Расскажи мне все. Я взбирался на вершину горы вслед за волком, и там бушевала снежная буря. Угу. Мне показалось, что волк звал меня, как будто хотел, чтобы я шел за ним. Ты брат волка, и будешь всю жизнь носить его метку. Волк может означать твои устремления или страх. Там был Один, а норны пряли нити судьбы и наблюдали. Вовсе нет. Они показывали дорогу, твою жизнь, твой путь, что ждет впереди и чем кончится. Я видел врата чертога Одина для героев. Врата открылись. Тени Вальгаллы. Тебе суждено туда попасть. Не знаю, что еще сказать. Все, что я помню, как в тумане. Ты добрался до вершины горы? Добрался. Там был Сигурд. Он был ранен и лишился правой руки. Потом появился ужасный волк размером с дракона. Он глядел на меня, а затем напал. И я очнулся. Боги благоволят тебе. Так было всегда. Ты добьешься славы и заслужишь место в Вальгалле. Но в видении есть недобрые знаки. Отрубленная рука, след крови, зверь. Ты предашь своего брата. Вот что означает видение. Не может быть. Я никогда не предам Сигурда. Он ведь мой брат, моя семья. Норны сами поведали тебе об этом. Нет, неправда. Или ты все не так поняла? Этого не будет! Ты предашь Сигурда. Один боролся с судьбой. Это возможно!